Всем привет, ТикТок! Сегодня я вам покажу, сколько стоит бензин в Америке. Если вы на меня не подписаны, обязательно подпишитесь. На каждой заправке клеится вот такая вот наклейка. Это делает оппозиция трамповская, Biden did that. Типа Biden сделал вот такие вот цены, винят Байдена. В данный момент регулер стоит $6. Давайте посмотрим, сколько стоит полный бак. Так, мойка нам не нужна. В данный момент стоит $6, самый дешевый. $6 это за 3.8 литра, за галлон. Так, давайте начнем нашу заправку. Сколько же выйдет полный бак? В данный момент он у меня пустой. Все, денежки начали уходить сквозь пальцы. Уже ушло 50 американских долларов. USD. 72, 73, 74, 75. Самое прикольное, это у меня еще экономичная машина, представляете? $76. 77, 77 и 4 цента. Охуеть. Теперь вы знаете, сколько стоит заправить бак в Америке. Самым дешевым бензином, регулер, $77.